Телеканал 1+1 рассекретил дату премьеры обновленного легендарного проекта «Танцы со звездами», которую зрители ждали 10 лет. Грандиозная премьера нового «Танцы со звездами» состоится 27 августа 2017, в воскресенье, на телеканале 1+1. В первом прямом эфире поклонники проекта увидят 10 невероятных танцевальных номеров в исполнении звезд с профессиональными партнерами, смогут насладиться современными постановками, яркими костюмами и новыми впечатляющими декорациями. Отметим, что в рамках «Решетка танца с зирками» челлендж стало известно, что на главной сцене страны свои танцевальные способности испытают ведущий травел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, украинский шоумен Александр Скичко, певица и тренер «Голосу Дити 4» Надя Дорофеева, актер и режиссер Ахтем Сейдублев, психолог Наталья Холоденко и певица Камелия. Тем временем, «Решетка танца с зирками» челленджи продолжается, и совсем скоро Украина узнает полный звездный состав обновленных танцев за зирками, 1+1. Сейчас страна ждет ответ Анатолия Полякова. Интересно, что будущие участники «Танца со звездами», 1+1, не скрывают своих переживаний по поводу участия в шоу. Так, Дмитрий Комаров в своих социальных сетях сравнил участие в проекте с покорением горы Эверест, Ахтем Сейдублев признался, что будет танцевать ради дочерей, а Надя Дорофеева рассказала, что больше всего ее интересуют бальные танцы. Певец и тренер «Голосу Дити 4» Минетик и всемирно известная балерина Екатерина Кухар станут членами жюри проекта. Екатерина, в свою очередь, пообещала, что будет строгой, но справедливой, а Минетик признался, что собирался оценивать участников по работоспособности и самоотдаче. Выйдут ли популярная певица Наталья Могилевская и известный танцовщик Влад Юма на паркет как пара, до сих пор является главной тайной проекта. Неизменным ведущим «Танцы со звездами», 1+1, останется Юрий Горбунов. Новый обновленный сезон легендарного проекта «Танцы со звездами», 1+1, будет поражать зрителей современными танцами и неповторимыми постановками, яркими костюмами и новыми впечатляющими декорациями. По правилам проекта, 10 профессиональных танцовщиков составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Выполнение 10 танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональные жюри.